Всем привет! И с вами снова я, канал Онтарио 365. И так как уже наступила весна, поэтому сегодня я хочу приготовить такой цветной и легкий салат, который может быть и вашим обедом. И для этого нам понадобится 1 штука болгарского перца, также 1 помидор, фасоль 250 грамм, которая уже приготовлена, кукуруза 150 грамм, киноа 350 грамм, также приготовленный, зелень, половинка лимона, а также соль, перец по вкусу. А самое первое, что нужно сделать, так это замочить фасоль и киноа в воде приблизительно на 5-6 часов до того, как вы будете готовить, а лучше еще и на ночь. У меня вышло полстакана фасоли, который я замочила холодной водой. Я беру пол такой пачки, это 100 грамм киноа, и замачиваю его также холодной водой. Но перед этим я хорошенечко его промыла. Утром у меня фасоль уже хорошо набухла. Я уже слила старую воду, и теперь я отправляю нашу фасоль в кастрюлю и заливаю ее чистой водой, где-то 1,5-2 стакана. Затем отправляем на огонь, ждем, когда оно закипит, и варим где-то на среднем огне час, у кого-то может быть 1,5, но тут пробуйте. А теперь займемся приготовлением киноа. И для этого я отправила его уже в дуршлаг. И начинаю промывать водичкой. Кстати, фасоль я также промывала. Затем отправляю в кастрюлю и заливаю все водой. Варить его недолго, приблизительно 15-20 минут после того, как оно закипело. Наша фасоль и киноа готова, мы начинаем нарезать наши овощи. И первым делом я нарезала перчик. Также нарезаем помидор. Пока есть время, я хочу вам рассказать, что же такое это киноа. Киноа — это один из самых полезных злаков. В киноа больше рибофлавина, клетчатки, комплексных углеводов и фолиевой кислоты, чем пшеницы, ячмени и рисе. При этом киноа усваивается организмом практически полностью. Также в крупе содержится достаточное количество лизина. Это аминокислота, которая способствует лучшему усвоению кальция, что в свою очередь крайне важно для формирования крепкого здорового скелета, костей, зубов и волос. А также зелень. Я использовала и укроп, и петрушку, но вы можете использовать любую другую. А теперь в салатницу отправляем наш киноа, фасоль, помидоры, перец, кукурузу и зелень. Также вы можете посмотреть другой рецепт с киноа у меня на канале Онтарио 365. Я буду очень рада всех вас там увидеть. Я же надеюсь, что вам понравится эта крупа в сочетании с такими продуктами, и вы действительно полюбите эту крупу, которая безумно полезна. Перчиваем, а также присаливаем по вкусу. Добавляем сок половинки лимона. И 1 столовую ложку оливкового масла. Также очень вкусно его сочетать с гранатовым соусом. Ну, чем заправлять салат, это уже вам решать. Такой салат получается действительно легким, вкусным, сытным, а главное, что его удобно брать с собой, и он может заменить вам любой обед. Так что я надеюсь, что вам понравилось это видео, и оставляйте свои лайки, если это так, пишите комментарии, и надеюсь, что до новых встреч, пока-пока!